9 января церковь празднует память святого первомученика архидиакона Стефана. Святой Стефан жил в Иерусалиме в первом веке по Рождестве Господа Иисуса Христа. За благочестие и веру вскоре после сошествия Святого Духа на апостолов апостолы поставили Стефана старшим из 7 диаконов. Диаконы, в переводе с греческого это слово означает «служители», были ближайшими помощниками 12 апостолов. Они отвечали за раздачу милостыни нуждающимся и другие дела христианского милосердия, а также занимались проповедью веры во Христа. Святой Стефан отличался особой ревностью в деле проповеди. Он даже вступал в споры с иудейскими законоучителями, за что и был оклеветан. Стефана обвинили, что он якобы произносил хулу на Бога и святого пророка Моисея. Святой Стефан предстал перед судом Синедриона, высшего совета иудейских священников и старейшин, где смело исповедовал веру во Христа и произнес речь о том, что предсказанный Моисеем и всеми древними пророками Спаситель – это Иисус Христос, которого Синедрион приговорил к распятию. Во время своей речи святой Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную, то есть справа Бога. За это святой Стефан был выведен толпой народа за ворота города и жестоко побит камнями. Он стал первым христианским мучеником.